Всем доброго времени суток, с вами снова Рад. И ко мне пришел Darksiders 2 Collector's Edition. Вот его я и обозрю. Ну, для начала кое-что покажу по первой части. Для начала это эксклюзивное PC издание. Выходило только для компьютеров персональных. Называлось Darksiders Handbook Edition. Да, не прикольная. Маскируется под, как понятно из названия, под книжку. Оно открывается. Ну, тут мы наблюдаем картинки, карту. А внутри самой книжки у нас лежат 4 открытки. По игре, собственно, диск с игрой, я его даже не распечатал, и вот такой вот маленький артбук, сколько он тут страниц, даже не знаю, прикольненький такой артбук. В общем, этот артбук, входящий эксклюзивно Hellbook Edition, пусть стоит сбоку, является лишь небольшой долей вот такой вот штуки. Это 300, может, сколько он? 290 страниц. Артбук The Art of Darksiders от создателей игры со всеми концепт-артами, с чем хочешь, короче. Офигенная штука. Я его брал за $18, но теперь с выходом второй части цена на него подскочила до 180. Это офигенский артбук, отдельный, один из лучших артбуков, которые есть. Его минус только, что он в мягком переплете, версия в твердом переплете стоила $80. Вот, это то, что было в первой части. Ну, а теперь, собственно говоря, вторая часть, коллекционное издание. Вот оно как выглядит. Сзади информация о содержимом. Вторая часть у меня не на компьютере, а на Xbox. Потому что на Xbox играть приятнее, графика, что на ком, что на Xbox будет одна и та же. Ну, вскрываем, как обычно. Так. Сейчас будем доставать. Осталось сам диск с игрой, DVD-бокс с игрой. Артбук. Не смотрел, не видел, не знаю. Ой, я ж ногами. Хе-хе, вот оно как. Артбук. Смотрим, что у нас тут. Война. То есть не война, это уже смерть. В первой части героя была война, во второй смерть. Ну, этот артбук, он как и артбук первой части, в отличие от мягкого переплета, твердый. И тоже является скорее рекламой настоящего артбука, который нам тут в конце рекламируют. Точнее, нам рекламируют оба артбука, но этот уже купить нормально. За нормальную цену нельзя. А вот этот можно сейчас предзаказать по $20 или по 25. В общем, я предзаказ уже делал. Ну, сам диск с игрой, Limited Edition. Сейчас вскроем.
Воды, как обычно, сныкаем. Ибо кубик увлекомый. Да. Ваучер один. Ух ты. Ух ты. Это мануальчик. Сзади я вам его не покажу, потому что там какой-то очередной аксесс код. Ага. Это мой пас код. Ну и вот тут еще всякие делецки. Боже, сколько их накидали. Shadow of Dead Pack. И код от коллекционного издания. Код от коллекционного издания — это код на музыку. Да. Вот так вот оно выглядит без всего. Один диск. Нормально. Не придется менять диски. Ну и, собственно говоря, главная фишка коллекционного издания — это маска смерти. Выглядит упаковано хорошо. Очень легкая. И это маска, а не кусок черепа, потому что если бы был кусок черепа, то тут были бы ноздри. Круто. Можно одевать. Мне почему-то напоминает хоккейную маску. Блин, она такая легкая. Как будто пенопласт. Но нет, это не пенопласт, это очень легкий пласт. Тут у нас ее подставочка. Подставочка очень некрасиво выглядит, сделано, как обычно, в Китае, фирмой Idea Planet. Чем мы ее соберем? Вот так и... Вот так вот, маска смерти. Маска смерти. Ну, что я могу сказать про наполнение коллекционного издания? Darksiders 2. Limited Edition версия с дополнительным контентом и кодом на скачку музыки. Плюс артбук. Во сколько страниц, фиг поймешь. По-моему, 90. И маска смерти. Ну, в общем и целом, по цене, а я за него вместе с доставкой отдал 98 евро, есть куда более хорошие коллекционки, чтобы на них потратить эти 98 евро. Тот же BioShock или тот же Ведьмак 2 для Xbox. Они гораздо пыличнее смотрятся. А тут, кроме маски смерти, ничего особенного нет. Маленький артбук. Ну, жду большого артбука. Жду, верю, надеюсь. Вот такая вот у меня на сегодняшний день Darksiders коллекция. И спасибо за просмотр. До новых встреч. С вами был Рад.